Вроде было немало причин любить Тома Холланда, но он совсем недавно пришел на помощь своему поклоннику, которого чуть не затоптали люди, стоящие за автографом. Он такой хороший человек. Как дела? С вами Эмили Эннис Джиэр, и у меня есть новости про Тома Холланда, играющего Человека-паука. Просто он стал супергероем в реальной жизни. Что ж, Том сейчас в Нью-Йорке продвигает свой новый фильм про Человека-паука «Вдали от дома». Поклонники собрались на входе съемок шоу Стивена Кольберта. Они собрались снаружи, чтобы мельком увидеть Тома вживую. Но, скажем так, все вышло из-под контроля, как обычно бывает с огромным количеством людей. И все это стало походить на сцену из «Мафии», когда пришел Том. Толпа бросилась вперед, в результате чего один поклонник был раздавлен баррикадами. Фанат под ником Nameless Cass поделился этим видео в Твиттере, где можно услышать, как у нее начался приступ паники. И вот тогда Том пришел ей на помощь. Если слушать внимательно, то можно услышать, как Том противостоит поклонникам, которые ее толкают. Я впечатаю тебя в асфальт, если ты продолжишь толкать эту девушку. Да, Том, смотрите. Я к хренам впечатаю тебя в асфальт, если ты не перестанешь. Ребята! У меня паническая паника. Все окей, я держу тебя, я держу. Вы можете отойти. Кстати, под видео. Все окей, я держу тебя, я держу тебя. Сказал Том Холланд. Это было абсолютное безумие. Я не хочу, чтобы это повторилось. Моя шея буквально была против 30 мужиков позади меня. Смешно, что люди себя ведут, будто не только подвергают опасности фанатов, но и самого Тома. Если вы хотите посмотреть с другой стороны на эту сцену из «Мафии», то другой парень снял видео толпы снаружи. И Nameless Cass был не единственным человеком, который жаловался на поведение фанатов. Другой фанат ответил на эту ситуацию и сказал: «Я там был, и я плакал не только от того, что был счастлив, но и от того, что был напуган. Никогда бы не подумал, что люди старше меня будут придавливать меня к земле. Я не смог получить ни автограф, ни фотографию». И теперь поклонники завалили Твиттер постами с выражением любви к Тому, потому что он фактически оказался супергероем. Один парень написал: «У Тома дохренища энергии, которую он использует в правильном русле. Я знаю, что те, кто это сделали, заслужили это». Другой фан написал: «Я собираюсь нахрен впечатать вас в пол, если вы не перестанете ее толкать». Yes, сэр, это мой Человек-паук. Я имею в виду, что Том он лучше всех, и если вы этого не осознали, то у вас нет оправданий. Всем большое спасибо за просмотр. Перевод и озвучка, Енот и Влад Ленин.